делаем, потому что сейчас вызывается... В школе номер один имени Володи Дубинина прошла всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Рассказать старшеклассникам о преимуществах службы в вооруженных силах Российской Федерации пришли ветераны, представители военного комиссариата, поисковики, военнослужащие. На сегодняшний день, когда поднимается авторитет российской армии, поднимается во всем мире, оставаться в стороне нашим школьникам не совсем корректно. Хотелось бы иметь кирчан-земляков в авиации, потому что специальность редкая, можно сказать, исключительная. Какими особенными качествами должен обладать призывник для того, чтобы стать летчиком, стать настоящим асом? А тут такой коктейль должен быть. С одной стороны, жесточайшая дисциплина, а с другой стороны, внутри он должен быть хулиганом. Дисциплинированный летчик может быть в транспортной авиации, в бомбардировочной, а в истребительной уже нужно быть хулиганом. Нельзя вести воздушный бой по уставу. Кто бы что ни говорил, а профессия летчика самая романтическая из всех, особенно если ты летчик-истребитель. Только летчик может видеть небо под ногами в воздушном бою, и только летчик может пройти у земли на скорости около 1000. Люди на земле даже представить себе не могут, что это такое. Люди себе представить на земле не могут, как это видеть за 300, за 400 километров. Когда я шел в авиацию, мне вот этот вопрос и не давал покоя. Как это видеть вперед до бесконечности? Должен быть предел. Предела нет. Основная цель сегодняшнего мероприятия заключалась в том, чтобы объяснить выпускникам простую истину. Только пройдя через армию, мальчик способен стать настоящим мужчиной. И неважно, какую профессию он выберет в будущем. Одна из самых почетных вообще профессий в нашей стране была и будет, и есть. Это профессия офицера, военнослужащего вооруженных сил. И мы рекомендуем, агитируем наших старшеклассников, юношей, а сейчас уже стало это популярно и у девушек, это служба в вооруженных силах России. А чтобы порадовать военнослужащих, школьники подготовили небольшую концертную программу.